Армада на связи. Я ваш человек Блэквуд и координатор миссии. Флот и авиация союзников бесполезны, пока над островом силовое поле. Вы здесь, чтобы уничтожить генератор этого поля. Пусковая установка на 12 часов. Блэквуд доставляет войска на Марс. То, что нашли колонисты, стоило им жизни. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Граната пошла. Может, проф потом? Можно попробовать. Даю доступ к БПЛА Блэквуд. Запомните расположение противника и спланируйте атаку. Снимайте патрульных синхронно и тихо. Не дайте им поднять тревогу и вызвать подкрепление. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Он может соло раскидать всех. Что, иди на мини? Потихоньку. Че на изи? Помните операцию в Чернобыле? Там начали добывать цедриум после того, как его запасы на этом острове закончились. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Много лет назад на этом острове, так же как в Чернобыле, произошла радиационная авария. Кидаю гранату! Сейчас АЭС восстановлена и питает силовой щит вместе с пусковой установкой. Надеюсь, пройдем. Ну, конечно, пройдем. Не то, что опять тема. Ага. Давайте вверх убивать, я низ. Займите позиции за щитами. Они поглотят урон со стороны противника. Граната пошла. Вега 5. Инженеры Блэквуд сделали силовой щит переносным. Захватите его. Хватайте щит. Гарантирую, он вам пригодится. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Может, вы? Граната пошла. Oh!
разбитый генератор. Снимите блокировку. Промышленный майнинг криптовалют покажется школьной арифметикой. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки разрешены. Капсула с Седом на поле боя. Повторяю, капсула с Седом на поле боя. Чёртов Сед, не приближайтесь к нему. Сконцентрируйте огонь. Сбивайте с ног, добивайте в рукопашную. Один из четырех предохранителей уничтожен. Осталось три. Держитесь. Сед прервёт слом генератора, как только разделается с вами. Задача выполнена. Забирайте агента Ноду и выдвигайтесь к точке эвакуации. Осторожно, граната! Кидаю гранату! Началось! Евроальянс вступил в бой. Как только Нода поднимется на борт корабля, мы влупим по АЭС. Жахнет так, что у меня на ранчо коровы досрочно отелятся. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Кидаю гранату! Граната! У работы на Blackwood есть свои преимущества. Камеры БПЛА Blackwood в вашем распоряжении. Действуйте бесшумно, убивайте тихо.
Спецназ «Фарфейс» вошел в зону обстрела. Граната. Прекратить огонь в секторах «Зулу-4», «Зулу-5» и «Фрейси». Безопасность у Blackwood просто отстой. Получен доступ к базе данных, начиная скачивание. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Обнаружен запуск капсул. Сбивайте их в воздухе. Толкать. Еще бы чуть-чуть.
Эвакуация отменяется. Повторяю, эвакуация отменяется. Двери объекта открыты. Добро пожаловать в личную кузницу Оберона Уайта. Это карьерная харакири, капрал. Если из-за тебя сорвется вся операция, пойдешь под трибунал. Генерал, если операция сорвется, Блэквуд устроит мне свой трибунал, поинтереснее вашего. Конец связи. Блэквуд лишился доступа к системам наблюдения. Не благодарите. Убивайте бесшумно и исчезайте. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Флот успешно отправляет врага в ад. Весь остров поднят по тревоге. Не привлекайте к себе лишнего внимания. Не мешайте противнику ехать на бойню. И да, парни, я видос не заканчиваю, я в любом случае им помогу пройти, поэтому, блядь, несмотря на этих долбоебов, которые мне валят стелсы. Поэтому продолжаем просмотр.
попытки открыть ее удаленно. Пересылаю код доступа. Введите его в консоль безопасности. Отлично, дверь открыта. Осторожно, граната! Блэквуд атакует Марса, у самих двери глючит. Достигнута контрольная точка. Кидаю гранату. Боезапас пополнен. Граната пошла! А, понимаю, блядь, уроли в них, ну да. Да. Что сказать, админы вы придурки нахуй, которые не можете сделать дурели. Ну, хотя в этом и свой плюс есть. Проще теперь на изи можно проходить, так сказать, третий мост. Бля, интересно, девки, пляж, реально. Чисто вот идем нахуй ботов, смотрим, на дурели вообще не паримся. Не, ну, в принципе, прикольно, что сказать. Восстановлены. Осторожно, игроки граната! Разрешены. Граната!
долго ломала голову, зачем Аперон рискует всем ради этих роботов. Сегодня после расшифровки данных пазл собрался. Вы будете удивлены, я обещаю. Внимание! Экспериментальный сет активирован! Устройте ему краш-тест и отправьте урода на доработку. Я целверху. Момент истины. Вы будете удивлены, как я и обещала. В комнате перед вами технология, которая навсегда изменит лицо войны. Седы управляются операторами. Повторяю, седы управляются операторами. Убийство оператора отключает седа. Сед – аватар солдата. Да, напротив, блядь, идите нахуй, там сдохните. Пиздец, блядь, просто не Тима. Фух, блин. Вот такая вот редкая катка у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось. Я просто, блядь, подсел, ё-моё, чтобы этих дебилов провести, ё-моё. Столько, что они попалили.
Вот, поджигу третью волну еле завалили. Короче говоря, парни, это просто трындец полный. Вот. Поэтому как-то так. Вот. Ну, в принципе, как обещал, их провел, так сказать, впрочем, в принципе-то. Вот, как им для своей проходы, ё-моё, делали, я не знаю. Ладно, господа, у микрофона был я, ветеран, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.